Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. «Восток-Цемент» с просьбой о принятии мер по возобновлению работы группы компаний Олег Кожемяка обратился к Юрию Трутневу. Если уже власть нападает, как бы законным путем, я не знаю, что будет дальше, как люди будут жить. «Коробка храбрости» – акция для детей из онкогематологического отделения краевой больницы состоялась во Владивостоке. Когда-то первый раз, когда плакал ребенок на спинномозговой пункции, ему принесли игрушку, вот, наверное, это было начало «Коробки храбрости». Сезон кикбоксинга завершился в столице Дальнего Востока. Последний городской чемпионат перед летним перерывом провели юные бойцы. Это уже ежегодный регулярный турнир, ориентирован на юношескую спортивную аудиторию. Также в выпуске финансовые институты способствуют развитию малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке. И еще расскажем, реставрация особняка Лангелитье во Владивостоке обошлась в 67 миллионов рублей. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Генеральная прокуратура в конце мая 2019 года через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий «Восток-Цемента». Приостановка выплат заработной платы, налоговых платежей и выполнение обязательств перед поставщиками – вот что ожидает Дальний Восток в скором будущем. Застройщики и руководители предприятия по производству ЖБИ забили тревогу. Они работают на остатках цемента. Власти не могли остаться в стороне. В адрес заместителя председателя правительства России полпреда Юрия Трутнева на направлено обращение от главы региона о необходимости принятия мер по возобновлению работы предприятий «Восток-Цемента». Предложено переложить арест текущих счетов на другие активы. Это позволит предотвратить социальный взрыв в Спасске Дальнем и по Дальнему Востоку. Как развивается ситуация, расскажем в теме недели. Строительная отрасль Приморского края на грани краха. Остановка отгрузки продукции со Спасцемента приведет к тому, что 90% строек Приморья в скором времени могут встать. Запасы цемента у строителей минимальны. Их хватит на 3-4 дня. Однако Спасцемент – это не только стройматериалы, но и люди. 1800 человек могут потерять работу, а значит, без дохода останутся и их семьи. Региональные власти не остаются в стороне. Депутатские запросы и обращения направлены в Москву. Не смогут люди получать заработную плату, не сможет работать предприятие. И причем на сегодняшний момент создалась такая ситуация, да, наверное, за последние годы наиболее высокий спрос на продукцию Спасцемента и других заводов. И есть возможность развивать производство и повышать, наверное, заработную плату. Почему я вот так отреагировал вообще? Я же помню те времена, когда завод практически распилили, не работал, люди не работали, потеряли трудовой коллектив. И причем это произошло там не за десятилетия какие-то, а в течение года, полутора-двух. Это очень, очень быстро все происходит. Поэтому, конечно, вот и в этой ситуации я вынужден обратиться к генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой все-таки посмотреть и разобраться в этой ситуации. Другого цемента в крае нет и не будет. На сегодняшний день Спасцемент – монополист рынка. Так же, как и Теплоозерский цементный завод в Еврейской автономной области, так же, как и Якутцемент в Республике Якутия. Не стоит забывать, что в группу компании «Восток-Цемент» входят и щебеночные предприятия. Дробильно-сортировочный и Владивостокский бутощебеночные заводы уже несколько десятилетий обеспечивают стройки края инертными материалами. Некоторым из них нет аналогов во всем Дальнем Востоке. Сырье в ОБЩЗ уникально. Далеко не каждый карьер может похвастать материалом такими характеристиками по морозостойкости. Для Приморья подобный щебень очень важен, ведь в нашем регионе именно он используется для строительства гидротехнических сооружений, причальных стен. Кроме того, на нашей продукции работают еще очень-очень много предприятий, которые, не получив от нас, собственно говоря, исходящее сырье, инертные материалы, тоже, по сути дела, будут на грани остановки, и их люди тоже будут могут оказаться в серьезной такой сложной ситуации без зарплат, без работы. Все связано между собой, безусловно. Рынок имеет уже наработанные связи. Кроме того, замены нашей продукции
Ну, практически найти многие материалы, которые мы производим, у нас здесь где-то поблизости невозможно. Таким образом, речь идет не только о 5000 сотрудников холдинга. Речь идет обо всех причастных к строительной индустрии края. Это ЖБИ и дорожные строители, бетонные предприятия, строительные компании, посредники и перевозчики. Все это предприятия, обеспечивающие развитие края и Дальнего Востока. Государством предпринимается ряд мероприятий на поддержание предпринимательства и привлечение инвестиций в наш край, такие как проведение ежегодных форумов международных, открытие территорий опережающего развития, резиденты которых пользуются определенными преференциями. Так, например, в настоящий момент в Торно-Дежинске осуществляет строительство, активное строительство порядка 17 резидентов. И суточная потребность их в инертных материалах составляет около 10 тысяч кубов в сутки. То есть Владивостокский будущебеночный завод расположен таким образом, и логистика просчитана до объекта таким образом, что уход его с рынка может негативно сказаться и на конечной стоимости продукта, и в принципе на конечной стоимости объекта. Те, кто сталкивался с китайским клинкером, знают, что цемент из такого продукта низшего качества. Условия его создания, транспортировки, хранения под большим вопросом. И цена клинкера заоблачная. Дорогая валюта, длинное плечо доставки делает зарубежный цемент золотым. У многих есть такая позиция, что цены поднимают застройщики. На самом деле цены поднимают не застройщики, а цены поднимает рынок. Застройщик работает в свою рентабельность и на сегодняшний день фактически в зоне выживания. А цены поднимают затраты, которые несут эти застройщики. И сейчас к затратам, которые будут связаны с переходом на проектное кредитование с 1 июля, на эскроу счета, прибавятся еще затраты на цемент, на щебень. Для всех людей города Владивостока, края, для тех, кто мечтал и хотел купить более дешевое жилье, это не тот случай, когда нужно ожидать, что жилье подешевеет. Еще одна проблема заключается в том, что «Спасцемент» – градообразующее предприятие города Спасск-Дальний. В этом году заводчане, многие из них потомственные цементники, отметили 112-летие предприятия и думать не могли, что впереди остановка выпуска и неопределенность зарплатой. А сейчас труба дымится, все работает, отлажено производство, все, конец, перспективы какие, я не знаю. Если уже власть нападает, как бы законным путем, я не знаю, что будет дальше, как люди будут жить. Все-таки людей очень много работает на заводе, династии целые. Сегодня в Спасске не хотят говорить о политике. Людям просто важно иметь работу и получать за нее оплату вовремя и в полной мере. Здесь поддерживают традиции рабочего города, где основа – завод, где носят знамена в праздники и чтут ветеранов. И доверие к власти здесь не пустой звук. Очень все расстроены, как бы нет уверенности теперь в завтрашнем дне. Ну, очень все расстроились, конечно. Считаем, что это непорядочно и как бы... Не знаю, все было стабильно, зарплату платили вовремя, выполнялись все соцпрограммы, как бы все устраивало, и, в общем, для нас это просто шок. На Спасцементе происходит постоянное обновление производства, работают над газификацией предприятия. На завод пришла молодежь. Здесь трудовые традиции прошлого сочетаются с современным подходом, модернизацией, внедрением новых технологий. Все это позволяет предприятию отвечать современным стандартам и находиться в промышленном авангарде. Ну идет следствие, ну разбирайтесь вы. Нужно разбираться, я полагаю, во всех делах. Но не губить же предприятие, не губить же жизнь людей, не губить же свою экономику. Ведь это же отразится на всех нас. И, естественно, на России тоже. Недополученные налоги опасны для всей социальной системы. Они идут на пособия, выплаты и поддержку нуждающихся групп населения. Только по Спасцементу ежемесячная сумма налоговых перечислений составляет около 250 миллионов рублей. Позиция наших руководителей всегда была такая, что мы работаем в белую. Собственно, мы в первую очередь выполняем наши обязательства перед нашими партнерами, перед нашими клиентами и в первую очередь перед нашими работниками. Это значит, что наши работники гарантированно получают заработную плату 2 раза в месяц. Сегодня краевые власти ищут поддержки у федеральных. В адрес заместителя председателя правительства полпреда президента в ДВФО Юрия Трутнева направлено обращение губернатора Приморья Олега Кожемяка. В нем просят принять срочные меры и переложить арест с текущих счетов на другие активы. Это позволит предотвратить остановку производства и связанный с этим социальный.
социальный взрыв. А пока ответ не получен, работники Спасцемента, представители строительной отрасли и смежных предприятий запасаются терпением и надеются на лучшее. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Алексей Заровный. Новости на восьмом. И как стало известно, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов «Востокцемента», с просьбой не допустить остановки строительной отрасли Дальнего Востока, масштабной задержки зарплаты и массовых увольнений специалистов. К председателю ФНПР обратились представители регионального профобъединения Приморского края. К слову, без приморского бетона не обходится и масштабное строительство такого флагмана дальневосточной промышленности, как судостроительный комплекс «Звезда». Уже 29 июня Россия отметит День кораблестроителя. Примечательно, что отрасль эта одна из старейших в стране и официально насчитывает более 3,5 веков. На территории России действует около 1000 предприятий, занятых в судостроении и судоремонте. При этом комплекс в Большом Камне на сегодня одно из самых крупных предприятий отрасли. О флагмане приморского кораблестроения в нашем следующем материале. 29 июня свой профессиональный праздник отмечают российские кораблестроители. За 3,5 века Россия накопила огромный опыт строительства судов самых разнообразных типов и классов. При этом сам праздник очень молодой. Его отмечают с 2017 года. Впрочем, повышенное внимание государства к развитию этой отрасли – характерная примета времени. Для Приморья это имеет особое значение. Судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в Большом Камне, стал новым серьезным ориентиром экономики Дальнего Востока. Сейчас мы видим, что создается гигант судостроения. Я не боюсь этого слова. Я боюсь масштабов, которые сейчас взяли на себя руководители нашей страны и руководители этого крупного завода. Но теперь-то мы уже видим, что есть спрос, главное, спрос на продукцию этого завода. Это и ледокольный флот, и плюс спрос на танкеры большой грузоподъемности. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Калининградская область. С недавних пор к ним присоединился и Приморский край. Судостроительный комплекс «Звезда» развивает масштабное производство, обещая стать флагманом судостроительной промышленности России. Одновременно вокруг него формируется новый кластер предприятий. Эксперты считают этот проект поистине бесценным для региона. Конечно, все это, с одной стороны, здорово для экономики Приморского края, поскольку это и рабочие места, это и жилье, которое я вот недавно был в Большом Камне, создается, строятся красивые дома такие. Ну и самое главное, это налоги, которые поступят в копилку нашего Приморского края, федеральный бюджет, и позволят нам всем лучше жить и смотреть увереннее в наше прекрасное будущее. «Звезда» уже имеет производственные мощности для выпуска гражданских судов, включая танкеры, водоизмещением до 120 тысяч тонн. Суда такого типа до сих пор в России не выпускались, при этом спрос на них в мире всегда остается высоким. К 2020 году здесь планируют возвести самый крупный в России сухой док, где будут строить буровые платформы, супертанкеры, газовозы и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике. Таким образом, в обозримом будущем судостроительный комплекс «Звезда» сможет составить конкуренцию мировым производителям. Для экономики края и в целом для дальневосточного региона, я бы сказал, и для России это совершенно новое, так как у нас раньше не было такого масштабного проекта для гражданского судостроения. Для Приморья, естественно, это новые кадры, хорошо оплачиваемые рабочие места и, естественно, именно вот такие предприятия должны стать предвестником развития нашего региона в целом. Одна из самых амбициозных целей ближайших лет – вывести судостроительную отрасль страны и экономику Дальнего Востока на более высокий уровень. Приморское предприятие уже сейчас насчитывает в своем штате порядка 2500 высококлассных специалистов. В перспективе «Звезда» лишь продолжит наращивать обороты, и свой профессиональный праздник здесь будут отмечать около 7000 кораблестроителей. Олег Завьялов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. В развитии малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке заинтересованы не только государство, но и финансовые институты, которые участвуют в разработке и внедрении различных мер поддержки бизнес-сегмента.
Согласно распоряжению Владимира Путина, в регионе регулярно формируются приоритетные проекты. Им необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка. Обеспечив необходимую доступность банковских услуг и онлайн-сопровождение инвестиционных проектов, льготные кредитные продукты готовы предложить предпринимателям региона финансовые институты. Данные меры уже дали результаты. Заинтересованность предпринимателей Тихоокеанской России в получении финансовой поддержки заметно растет, а вместе с ней и деловая активность региона. В преддверии 5-го Восточного экономического форума о мерах поддержки малого и среднего бизнеса и об успехах реализации совместной программы с Фондом развития Дальнего Востока журналистам рассказал Сбербанк. Подробности в следующем материале. Малый и средний бизнес в России активно развивается. Его кредитование в Сбербанке выросло уже более чем на 5%. Это как оборотные, так и инвестиционные кредиты. А особенно стремителен их рост на Дальнем Востоке. Динамичнее примерно в 2.5 раза по сравнению со страной. То же самое, если мы говорим о количестве клиентов. Вот вышла статистика за 2018 год, где цифры малого бизнеса и среднего количества стагнируют. У нас в банке растет. На 6.3% у нас выросло за первые 5 месяцев этого года. И, как видите, на Дальнем Востоке этот рост более значительный, на 8.7%. Совместную с Фондом развития Дальнего Востока программу по кредитованию малого и среднего бизнеса Сбербанк заключил на ВЭФ-2016. Сегодня она эффективно реализуется. 162 договора с предпринимателями на сумму 3 миллиарда рублей заключили в регионе в этом году. 47 из них на сумму более чем 600 миллионов рублей выдали в Приморье. Программа, которая также позволяет, снижая ставки, получать для малого и среднего предпринимателя ставки в районе 9% годовых. И это действительно уникальное предложение, но если мы сравним с обычными ставками, действующими на рынке. Для компаний, которые работают на мировом рынке, Сбербанк разработал специальную платформу «Экспортер». Она позволяет ввести полный электронный документооборот клиент, банк, ФНС, казначейство. А новости о ее главном преимуществе впервые в России озвучили в рамках пресс-конференции во Владивостоке. Вы, наверное, знаете, что возврат НДС – это притча в языце. Уже сложилось мнение, что это сложно, долго, непредсказуемо и так далее. Вот я вам с удовольствием рассказываю, что мы с налоговой службой запустили электронный, полностью электронный сервис возврата НДС за 7 рабочих дней с банковской гарантией. Ранее эта процедура могла занимать 72 дня. К слову, первым в России возврат средств в оборот бюджета с помощью Сбербанка получил клиент с Дальнего Востока. У нас потенциально 83 тысячи экспортеров. Представляете, если НДС 20%, а ты не уверен, что тебе вернут. Это означает, что для тебя это барьер выхода на рынок. У тебя бизнес-модель не летает, если ты не уверен, что 20% вернут. Вот наша задача сделать так, чтобы экспортеры понимали, что 20% им обязательно вернут. И никогда так, через 7 дней. Значительно сэкономить время также позволяет и платформа «Деловая среда». С помощью нее можно не только зарегистрировать ИП и ООО, находясь в любой точке мира, но и дистанционно, либо за один визит в офис партнера банка, открыть расчетный счет и зарегистрировать бизнес. По состоянию на сегодня в Приморском крае по доле предпринимателей, которые открывают свой первый счет после регистрации, Сбербанк занимает первое место с существенным отрывом. На нас приходится порядка 43-44% от предпринимателей, которые открывают свой первый счет после регистрации. А благодаря бесплатной онлайн-площадке bankofpartners.com предприниматели могут искать бизнес-партнеров и продвигать свое дело на международный рынок. Уже 546 клиентов Сбербанка с Дальнего Востока воспользовались площадкой в этом году, что также способствует росту деловой активности в регионе. Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Особняк 19 века, известный жителям и гостям Владивостока как дом Лангелитье, восстановили на бюджетные средства. Заказчиком выступило федеральное учреждение «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Реставрационные работы обошлись в 67 миллионов рублей. Реставраторам пришлось полностью разобрать наружный слой старой кирпичной кладки фасада. Столетние необожженные кирпичи промерзли, выкрашились и не подлежали восстановлению. Этот объект, особняк Лангелитье, уникален не только для Владивостока и Приморского края, но и для всей России.
И вопрос здесь стоит в полной замене наружного слоя кирпича по периметру. И то, что мы сделали, мы смотрели, лазили по стенам Кремля, в Казани лазили, искали возможность решения проблемы замены этого кирпича. И, ну, изобрели, или, может быть, старая технологию, или приснилась, даже не помню, вычинка так называемая, назвали эту технологию. То есть замена старого кирпича не только наружного слоя, но и промежуточного слоя. Ну, здесь сложные термины, и царская двухрядная система. И приходилось, конечно, очень сложно и с поиском кирпича, и с самой работой по кирпичу, потому что все-таки старая кладка, и приходилось этот кирпич выбивать чуть ли не зубилами, чтобы не пользоваться отбойными молотками. Очень сложно. И то, что мы сделали, я могу сказать, что в прошлом году на фестивале, первом архитектурном фестивале «Архитектурное наследие» в городе Москве, в Манеже около Кремля, центральный выставочный зал, где было представлено 54 региона, значит, мы, Владивостокская приморская компания, получили серебряный диплом по реставрации, воссозданию облика этого здания. Красивый особняк внушительного вида на улице Пологой долго официально считался домом семьи Лангелетье. По последним данным, подтвержденным архивами, возвел особняк в готическом стиле и позже сдавал его в аренду известный во Владивостоке строительный подрядчик и домовладелец, купец Михаил Суворов. В 1912 году он передал особняк в долгосрочную аренду Владивостокской духовной консистории. Это одно из немногих зданий в нашем городе, которое действительно обладает элементами готики. Тем оно и уникально для нашего города, и тем более именно для этого мы и хотели восстановить его в первоначальном состоянии, в том, в котором оно было построено. В этом и состоит наша реставрация, что она получилась комплексной, так как мы и задумывали. Кроме реставрации самого здания, интерьеров и экстерьеров этого здания, мы восстановили, благоустроили саму территорию объекта культурного наследия. Здесь она очень большая, она состоит, по сути дела, первоначально состояла из трех террас. На сегодняшний день мы имеем практически две террасы с небольшими кусочками третьей террасы. Восстановили террасу нижнюю, которая является сейчас парковой зоной, садово-парковой зоной, как раз для возможности прогулки и любования этим зданием. Восстановленное здание планируют использовать для нужд самого агентства по использованию памятников истории и культуры. 29 июня на центральной площади Владивостока пройдет празднование Дня города. Хотите – танцуйте, хотите – пойте, участвуйте в конкурсах, но обязательно не проходите мимо мобильной площадки «Радио Лемма», где всегда позитивные и активные ведущие утреннего шоу «Первая пара» Павел Унучик и Алена Шестакова, а также редактор Елена Донскова будут готовить и угощать вкусным освежающим лимонадом. Приходите на праздник, на котором будет интересно и весело всем без исключения. «Радио Лемма» приглашает всех ярко и весело отметить День города. Праздник состоится 29 июня. Развлекательная площадка «Радио Лемма» будет работать на центральной площади Владивостока с 12 часов до 16 часов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Коробка храбрости. Акция для детей из онкогематологического отделения Первой краевой больницы состоялась во Владивостоке. Две касатки из вольера бухты Средняя движутся в сторону Шантарских островов. Сезон кикбоксинга завершился во Владивостоке. Последний городской чемпионат перед летним перерывом провели юные бойцы. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Коробка храбрости. Акция для детей из онкогематологического отделения Первой краевой больницы состоялась во Владивостоке. Две касатки из вольера бухты Средняя движутся в сторону Шантарских островов. Сезон кикбоксинга завершился во Владивостоке. Последний городской чемпионат перед летним перерывом провели юные бойцы. Раскраски, развивающие игры, пазлы, фломастеры и, конечно, разнообразные игрушки. Совместная акция радио ВБС и фонда «Сохрани жизнь. Коробка храбрости» прошла во Владивостоке. Радиоведущие вручили собранные игрушки детям из онкогематологического отделения Первой краевой больницы. Проект «Коробка храбрости» помогает детям стать немного смелее во время лечения. После каждой тяжелой и болезненной процедуры они выбирают игрушку. На вручении побывала моя коллега Светлана Садовая. Спасибо!
Эти малыши в краевом детском онкогематологическом центре лежат месяцами. И медицинские манипуляции, которые с ними проводят, выдержит не каждый взрослый. Поэтому даже самая маленькая игрушка, подаренная после серьезного вмешательства, это большая радость для ребенка, а его счастливые глаза – надежда на хороший исход болезни. Переносит. Тяжело, конечно. Ну, устали, месяц уже лежим. Ну, нормально, в принципе. Но она нас любит подарки, только подарками. Потому что боится очень врачей, очень, ну, никогда не лежали в больнице ранее. И для нее все это новое. Сама коробка храбрости стоит в процедурном кабинете. В ней и хранятся подарки, которые помогают высушить детские слезы. Дети в отделении онкогематологии страх и боль преодолевают ежедневно. И все самое страшное, по их мнению, происходит именно в процедурном кабинете. Пункции, перевязки, установка и промывка катетеров. Иногда малышей Дарева пугает даже простой осмотр врача. Чтобы детям было легче переносить тяжелые процедуры, мы уже давно-давно используем игрушки. И когда-то первый раз, когда плакал ребенок на спинномозговой пункции, ему принесли игрушку, вот, наверное, это было начало коробки храбрости. Радиостанция VBC в акции принимает участие второй год. И, как отмечают ее организаторы, благотворительный фонд «Сохрани жизнь», именно широкая информационная поддержка помогла привлечь к коробке храбрости внимание не только частных лиц, но и организаций. В этом году партнерами акции выступили магазин детских товаров «Модный пупс», «Лига роботов» в составе Центра современного развития «Эдьюко», сеть магазинов товаров для дома «Тома Дома», клиника лазерной хирургии «Варикоза нет», клиника диабета и эндокринных заболеваний, производитель мясной продукции «Надежда-95». Акция у нас постоянная, и, конечно же, мы благодарим вас за содействие, да, и всех людей, которые откликаются и начинают уже на постоянной основе приходить нам игрушки, уже понимают для чего, зачем, и не только даже игрушки, то есть уже начинают с игрушек, потом переходят на помощь в билетах, лекарствах, памперсах, пеленках. Это то, что нам постоянно нужно. Акция «Коробка храбрости» – мероприятие неодноразовое. Игрушки и предметы ухода за ребенком можно приносить прямо в Центр онкогематологии. Но ведущие радио VBC Александр Топоров и Юлия Бескровная решили устроить детям настоящий праздник прямо в отделении. С вручением подарков просто так, чтобы здоровье здоровых и счастливых детей стало больше. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Две касатки из вольеров бухты Средняя, выпущенные в океан в Хабаровском крае, движутся вместе по направлению к Шантарским островам, где они были выловлены, сообщили в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках касаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже преодолели около сотни километров в Охотском море. Они движутся в сторону Шантарских островов. Это именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья, сообщили в институте. В инстаграм-аккаунте Free Russian Whales опубликовано снятое с воздуха видео. На нем видно, как две касатки активно плавают рядом друг с другом, бурлят воду, ныряют и всплывают. Экологи заявили, что это признаки стресса, а у одного из животных – одеревенение мышц, миопатия после транспортировки. Однако ученые отметили, что киты двигались синхронно, и это видно на видео. Они вздымались вверх, кружились. При миопатии они были бы скованы, и таких синхронных движений совершить явно не смогли бы. Специалисты также сообщили, что животные за время нахождения в центре адаптации не утратили природных навыков. Самец и самка движутся вместе. И к новостям спорта. Сезон кикбоксинга завершился во Владивостоке. Юные бойцы провели последний городской чемпионат перед летним перерывом. Соревнования собрали более 100 участников с различных уголков Дальнего Востока. Подробности расскажет Максим Яковлев. На ринге и ковре самые юные, но перспективные кикбоксеры. Основной учебный год для них уже завершился. И это своеобразное закрытие сезона. Местные приезжие спортсмены не только сражаются за медали, но и вспоминают хорошим словом про отцов местного кикбоксинга. Соревнования посвящены Лемеш Михаилу Ивановичу. Это основатель клуба «Пересвет». Это человек, который один из первых развивал кикбоксинг в Приморском крае, соответственно, во Владивостоке. Это уже ежегодный регулярный турнир, ориентирован на юношескую спортивную аудиторию. В краевом доме физкультуры собрались бойцы из Приморского края и Хабаровска. Всего порядка 120 участников в возрасте 11-16 лет. Опыт у молодежи абсолютно разный. Здесь и новички, и ребята, успевшие заявить о себе на первенстве России. Поэтому турнир не отборочный, он лишь позволяет проверить и тех, и других на одной площадке, а также обменяться опытом со своими соседями.
Очень хороший турнир именно для ребят, которые подрастающие. То есть ребята, которые закончили сезон, это вот сейчас готовятся на мир, на Европу вернее, которые отбоксировали на России. А те, которые у них все впереди, в перспективе, они обкатываются вот на таких турнирах. Сезон приморского кикбоксинга получился довольно насыщенным. Наши спортсмены успели отличиться и на России, и на мире, откуда привезли медали и кубки. Вдобавок, этот соревновательный год в очередной раз показал большой интерес молодежи к кикбоксингу. Это у нас для детей детский спорт бесплатно. У нас есть хороший пример, это Александр Захаров, на которого уже сегодня приходят болеть, хотят подражать, становиться таким, как Александр. У Саши в этом году в ноябре будет бой профессиональный за пояс чемпиона мира. Поэтому готовимся, переживаем. Лето наступило, значит, сейчас юные кикбоксеры разъедутся по спортивным лагерям, где будут готовиться к новому сезону. А вот более опытные ребята, прошедшие непростой отбор еще на всероссийских соревнованиях, в скором времени отправятся покорять первенство Европы. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. С просьбой о принятии мер по возобновлению работы предприятий группы компании «Востокцемент» Олег Кожемяка обратился к Юрию Трутневу. Застройщики и руководители предприятия по производству ЖБИ забили тревогу. Они работают на остатках цемента. В развитии малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке заинтересовано не только государство, но и финансовые институты. В результате заинтересованность предпринимателей Тихоокеанской России в получении финансовой поддержки заметно растет, а вместе с ней и деловая активность региона. Особняк Лангелитье во Владивостоке восстановили на бюджетные средства. Восстановленное здание 19 века планируют использовать для нужд агентства по использованию памятников истории и культуры. «Коробка храбрости» – акция для детей из онкогематологического отделения Первой краевой больницы состоялась во Владивостоке. Благотворительный проект помогает детям стать немного смелее во время лечения. Две касатки из вольера бухты Средняя движутся в сторону Шантарских островов. Это именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья, сообщают специалисты. Сезон кикбоксинга завершился во Владивостоке. Последний городской чемпионат перед летним перерывом провели юные бойцы. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное — Владивосток. Жители и гости Владивостока с удовольствием ходят на представления дельфинов, касаток и моржей в Приморском океанариуме. Но возможно, что вскоре мы пойдем и на концерт тюленей. Исследователи Шотландского университета провели эксперимент и выяснили, что серые тюлени умело копируют звуки человеческих слов и песен. На ластоногих певцов предлагаем посмотреть прямо сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на восьмом.